Привет, я Том Пейн, а я Росс Маркван, и мы из «Ходячих мертвецов». И у нас есть для вас спойлеры для 8-го сезона. Мы пришли специально на это шоу, чтобы поделиться с вами некоторыми большими секретами. Как думаешь, Том, круто, давай же? Мы, конечно же, будем как роботы, не позволим людям знать, что мы пришли из будущего, и мы разрабатываем план захватить все, что осталось от людей. Да, что-то вроде западного мира. И люди потеряют способность мыслить, все так же, как в западном мире. Зомби будут ходить с топорами, будут рубить друг друга пополам, а потом бегать за нами вокруг. Да будут просто мочить друг друга. Да, прямо так. А потом будут делать селфи просто так. Да, ходячие такие смешные. Будут делать вот так, потом все будет вокруг где-то всего нах. А потом они наденут ритузы. Кстати, ты же достанешь мне ритузы. И потом кожа мертвецов везде.